Меня зовут Оля, я училась у Вики Маноли в 96-й группе на курсе интенсив. Сегодня был выпускной показ, это было очень круто, это было очень весело. Сцена — это невероятно много энергии, эмоций, позитива. Курс в сплэше, наверное, помог мне больше раскрепоститься, научиться общаться с людьми. В общем, не знаю, я чувствую себя лучше, увереннее. И отдельное спасибо Вике, потому что Вика невероятно крута. Если вы к ней придете, вы это поймете. Меня зовут Евгения Добрынская. Сегодня у нас выпускной. Только что был показ, эмоции переполняют, потому что на самом деле, наверное, вот первый раз в жизни я почувствовала себя актрисой. Пусть еще первые шаги, но они, наверное, самые важные. То, что все-таки научилась в сплэше, ну, благодаря, конечно же, Виктории. Она сказала нам, что актер — это не что-то, что ты должен сыграть. Актер — это то, что ты находишь у себя внутри. Свои эмоции, свои переживания, свои чувства. И все, что нужно, это просто это достать и показать. Это для меня, пожалуй, очень большое открытие. Это то, что мне поможет и в моей работе, и в моей жизни. Поэтому я благодарю Викторию, благодарю команду Сплэша и благодарю, конечно же, ребят, с которыми я познакомилась здесь, с которыми мы прожили два невероятных месяца. Меня зовут Денис. Только что вот прошел наш показ. Первые моменты показа — это такой был мандраж легкий, адреналин в крови. Ты не знал, как это пройдет, потому что это все было впервые для тебя. Но я очень доволен то, что получилось. Получилось в некоторых моментах, возможно, не так, как хотелось, но мы симпровизировали, мы построились друг по другу, что очень важно, потому что именно за эти два месяца мы научились подстраиваться друг под друга под ситуацию и все-таки идти до своей цели до конца. То есть наша цель — это доиграть этюд. И мы достигаем ее, несмотря на то, что происходит в зале, несмотря на то, что происходит с нашими персонажами. Мы подстраиваемся под ситуацию и идем дальше. Вообще, я проходил достаточно много различных курсов, и одним из курсов было ораторское искусство. И могу сказать, что вообще ни один из курсов не стоит рядом с актерским искусством, потому что актерское искусство — это в первую очередь раскрепощение своего тела, во вторую очередь — это раскрепощение своего голоса. Ты начинаешь себя слышать и слушать. И хочу сказать еще, что открывается очень много эмоций, которые мы где-то в себе храним. И есть хорошие эмоции, есть плохие эмоции, но так как если человек хочет быть актером, он должен переживать и те, или и иные. И здесь этому учат. Это очень круто. Меня зовут Антон. Только что прошло наше выступление на курсе интенсив у нашего режиссера Виктории Маноли. Я хочу сказать, что мне очень понравилось заниматься, мне очень понравилась методика преподавания нашего преподавателя. Она очень, скажем, и жестко, и конкретно ко всем относилась, смотрела на каждого, что надо дать каждому, и давала это. Я получил огромное удовольствие от знакомства с теми людьми, с которыми занимался. Каждый из них очень уникален. Наверное, с некоторыми будем дружить, общаться дальше. Это было незабываемое впечатление. Я получил очень много эмоций. Я много чему научился. Это было просто замечательно и запомнится мне надолго. Всем привет, меня зовут Вова, и только что закончился наш финальный показ в школе Сплэша. Здесь мы занимались актерским искусством, и первое, что я хотел сказать об этом курсе, то, что актерское искусство, как оказалось, это не только выступление на сцене и тому подобное, это обучение себя, как себя нужно вести в жизни, как общаться с людьми, как с ними знакомиться, интересоваться, передавать энергию. И в первую очередь это как раз-таки больше всего и понравилось в этом курсе, что ты учишься не только не бояться сцены, но и развиваешься духовно или что-то в этом духе. Я хочу сказать отдельное спасибо Вике. Она научила меня улыбаться. Как бы это странно ни звучало, но это и правда так. Она очень крутой педагог и очень много, наверное, как мне показалось, уделяла внимание именно индивидуальным каким-то зажимам людей. И она пыталась в каждого найти их и избавить его от этого.
Итак, всем привет, на связи, как говорится, Макс Демчик, да? Только что закончился показ у 96-й группы, да, у режиссера Виктории. Что можно сказать вообще про это? Показ был довольно волнительным, но опять же, мы все смогли преодолеть все сложности и великолепно выступили, да, нам удалось повеселить публику, зарядить ее положительной энергией и просто проявить себя только с лучшей стороны. Что касается курса, то это было великолепно, как бы, мне кажется, что не стоит все это, как бы, слишком сильно расмусоливать, да, Виктория великолепный педагог, она смогла подобрать ключик каждому из нас, то есть она не действовала по клишированному сценарию педагога, а привнесла что-то новое, да, можно так сказать. Она помогла нам преодолеть все наши зажимы, помогла иначе взглянуть на само актерское мастерство. И мне кажется, у большинства из нас она усилила любовь к этому замечательному искусству. Меня зовут Аня, и только что у нас состоялся показ 96-й группы «Интенсив». Я безумно рада, что попала в эту группу. Замечательные ребята, замечательные курсы, очень полезный, вдохновляющий, заряжающий на новые свершения, цели и так далее. Каждый раз, когда я выхожу после занятия, у меня такое внутри, такое бурлит энергия, просто невероятное, шикарное настроение, и я просто заряжена на покорение мира, так сказать. Очень рада, что я здесь. Советую всем режиссера Викторию, действительно клевая. Передаю ей привет огромный и еще раз говорю огромное спасибо. Привет, меня зовут Аня, и у нас только что прошел показ по итогам интенсива. Это было очень волнительно, первое мое выступление. Каждое новое занятие давало море впечатлений от знакомств, от общения, от эмоций, от упражнений. Это было незабываемо. У нас была невероятная группа. И хочу сказать пару слов о Вике Маноле. Она уделяла внимание каждому и находила что-то, что подходило к конкретному человеку. Она мне дала очень много полезных советов, которые я смогла применить на показе. Хочу сказать спасибо большое Вике и нашей группе. Всем привет, меня зовут Анатолий. Я прошел курс интенсива 96-й группы у режиссера Виктория Маноле. Цей курс виявився для мене досить корисним, цікавим, енергійним і дуже багато емоцій. Зараз був показ, і після показу ми всі теж отримали дуже багато задоволень, і всі були максимально живі, цікаві і улипчиві. Не знаю. Вікторія дуже гарна є. Викладаючи, вона дуже багато чому навчила. Перше – це бути самим собою, проявляти емоції, вміти спілкуватися з людьми, більше розкріпощеним бути. Привіт-привіт! Мене звати Олександр Сакатека. Сьогодні випускний курс «Сплеш Інтенсив». Що можу сказати вам? «Сплеш» – це событие. «Сплэш» — это событие для абсолютного большинства ребят, мальчиков и девочек. Совершенно замечательные режиссеры, замечательные педагоги. Виктория Маноле, Полиночка Коробейник, Александра Бадаламенти. Замечательные руководители. Все очень здорово. Многие ребята раскрепостились, стали новыми. Стали совершенно по-другому смотреть на мир. Совершенно по-другому стали отражать окружающий мир из себя. И это круто. Приходите в «Сплэш», вы не пожалеете. Здравствуйте, меня зовут Евгений Темный, и сегодня я закончил курс «Интенсив Сплэш». Я думал, что я сюда приду и приобрету определенные навыки, познакомлюсь с людьми, там, ну, что это будет что-то проходящее, ну, то есть что я что-то возьму и вот это что-то буду использовать в жизни. Но на самом деле я нашел здесь друзей, нашел себя, познакомился с замечательными людьми и подружился. И, ну, еще хотелось бы пару слов сказать, что у нас самый замечательный режиссер, который отдает нам свою душу, Виктория Маноле. Всем привет, меня зовут Павел. Только что закончился наш показ после курса интенсив. И просто море эмоций, прямо вот так вот
энергия прям накатывает волнами по всему телу, и это так классно. И это, в принципе, тот эпогей, к которому мы шли на протяжении всего курса. Курс с нами сделал просто невероятную работу. Вот, как бы снял с нас какие-то оковы, раскрепостил. Большое спасибо нашему режиссеру Виктории Маноли. Она просто с людьми творит невероятные вещи. Меня зовут Инна Гречаная. Я вот только что, буквально, наверное, минут 10 назад, как закончила интенсив курс по актерскому мастерству. Просто нереально счастлива, не могу вам передать вот то, что меня наполняет. Но это было что-то невероятное. Если в двух словах о курсе, что я узнала для себя, чему научилась, для меня это просто, как бы, знаете, много-много инсайтов. Я по-другому стала чувствовать, я по-другому стала улыбаться, я стала вспоминать свои эмоции вот с детства, и это просто что-то нереальное. Вот, я безумно благодарна нашему режиссеру Виктории Маноли за ее энергию, за заряд, за внимание. Вот каждому она уделила внимание. На вот, ну что сказать, мы все индивидуальны, у каждого у нас свои штучки, что-то получается, что-то не получается. И она обратила внимание на максимальное количество мелочей. Я ей безумно благодарна. Благодаря ей я действительно выросла за эти 2 месяца. Меня зовут Наташа, я с 96-й группы, у нас только что закончился показ, все было настолько круто, и крутые эмоции все переполняют. Вообще, хочу сказать большое спасибо Вике, режиссеру, это было очень круто, вообще весь курс, настолько много энергии. Я была очень закрытым человеком, вот хочу сказать спасибо за то, что я изменилась, я вижу это по себе, вижу в работе. Спасибо за индивидуальный подход к каждому буквально. И еще за то, что Сплэш свел меня с такими крутыми людьми, настолько разными и интересными, за эти крутые знакомства.